Здравствуйте, друзья. Нахожусь сейчас в Тбилиси, в Грузии, в гостинице Soli Palace. Вам ее сейчас и покажу. Это вид из столовой, вид из окна у меня, собственно, такой же, на город Тбилиси. Сразу скажу, вот я покушал, там уже завтрак закончился, сразу скажу, что завтрак неплохой, обычный абсолютно, какие-то сосиски, яичница во всех видах, хлопья, бекон, ну, в общем, нормальный, вполне хороший завтрак. Гостиница, кстати, тоже очень хорошая, сейчас пройдемся в номер, я вам покажу. Спасибо. Сейчас мы с вами на лифте спустимся, покажу вам номер, покажу вам ресепшн, такие вот коридоры стандартные в гостинице. Подъезжает мой лифт. Видео, я думаю, долгим не будет. Всем привет. Сейчас мы спустимся на третий этаж, на котором у меня номер, покажу вам, как выглядит, собственно говоря, оформление номеров. Не трогать дверь. Это у меня третий этаж, 301 номер. Такой вот номер стандартный, у меня одноместный, собственно, кровать, светильнички очень симпатичные, сейчас две секунды, там балкончик с столиком, чайный набор присутствует с кофе, чаем, водичку доставляют, вот такой вот ковер стилизованный под старый, телевизор. Смарт-ТВ, в принципе, каналы российские тоже работают, потому что Смарт-ТВ. Санузел. Дают шампуньки всякие. Есть такой душ, есть вделанный в стену. Вот, собственно, зеркало, раковина, фен. Какой я забавный. В увеличенном зеркале унитаз. Пойдемте спустимся, наверное, вниз, покажу вам зону ресепшн. Надеюсь, мой лифт еще не уехал. Нет, он не уехал, так что все будет быстро. Также в гостинице есть... Единственное, что не покажу, это вот на первом этаже конференц-зал. Он закрыт, я лично проверил, к сожалению, показать его не могу. На пятом этаже завтрак, ресторан-бар и, собственно, внизу лобби ресепшн. Вот такой вот симпатичный ресепшн. Так, все красивенько. Ребята работают. Soli Palace. Вот так вот выходишь, тоже красивый вид. Как понимаю, у гостиниц классификации нет, они себя как 4 звезды позиционируют. Ну, нигде не висит, по крайней мере. Я бы сказал, что это очень хорошая трешка. Отдыхайте в Грузии, здесь классно.